По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 2109 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 41, полицию 262, скорую медицинскую помощь 648 и в газовую службу 14. С 17 по 21 апреля с 10 до 17 часов в связи с проведением неотложных работ будет кратковременно приостановлена подача электричества на улицах Лесная и Учительская поселка Нахабино. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.